Короче, как сообщают СМИ, сегодня завершится ремонт улицы Речной в Субботихе. Более полукилометра. И как заявил глава администрации, подрядчик расклинцует гранулятом верхний слой участка дороги. И все такие: «А, ну все ясно, да. Расклинцует, значит. И обязательно гранулятом. Теперь все понятно, вопросов вообще нет». И далее, как сказал глава администрации, цитирую: «Это будет практически асфальт». Практически. Почти. Приблизительно. Совсем как точь-в-точь. Короче, а можно, пожалуйста, все дороги в Кирове расклинцовывать гранулятом? Ну, раз качество идентичное, происходит молниеносно и стоит, как будто полдник в столовой. Раз в год за пару дней весь город расклинцевали. И ладно, а на сэкономленные деньги ежегодно можно строить Бурдж-Халиф, Золотые ворота и на сдачу покупать футбольный клуб «Урал».